Новый день начался с водных процедур. Посреди комнаты мать бережно купает румяного пухлого малыша. Вниманием ребенка завладели зыбкие блики солнца, пляшущие по воде. Картина «Утро» написана Борисом Кустодиевым в 1904 году в Париже. Годовая поездка за границу была предоставлена Императорской академией художеств по случаю блестящего окончания выпускного курса. На полотне изображены супруга художника Елена Евстафьевна и годовалый первенец пары Кирилл. Работа, выдержанная в академической манере, почти сразу подверглась критике. Автора корили за пресность сюжета. Однако со временем живописный гимн тихому семейному счастью обрел своих поклонников. Любовь сквозит не только в материнской фигуре, ласково склонившейся над младенцем. Сам воздух, напоенный теплом и светом, мягко обволакивает героев. В предупреждение появления сквозняка дверной проем от пола до потолка заботливо занавешен зеленым пологом. В вазе на каминной полке белеют свежесрезанные цветущие ветви калины бульденеж. Изогнутые края ванночки по форме напоминают морскую раковину, в сердцевине которой беззаботно плещется самая драгоценная родительская жемчужинка. Сегодня картину «Утро» можно увидеть среди экспонатов Государственного русского музея Санкт-Петербурга.